Массовая лыжная гонка в Димитровграде пройдет 8-й раз. Ежегодно в каждой лыжне России участвовала Нина Газизова. И даже собрала коллекцию лыжных шапочек, которые дарили во время акции. Нина Павловна говорит, первые 2 раза в гонке участвовала с внуком. С 9-го года мы стали с доверием ходить. Уже 10-й год у нас. Вот у нас 11-й год. Есть шапки с надписью «Лыжня России 2012-2013» и уже новая 2014. Для Нины Павловны спорт – это жизнь. Погода хорошая, но почему бы не выйти, когда хотя бы чуть-чуть стоишь еще? Надо сказать, Нина Павловна не просто чуть-чуть стоит в центре доверия, она ведет группу здоровья, любит плавать, а еще и на шпагат садится. Вместе с нашей героиней в массовой лыжной гонке будут участвовать ее друзья Николай Семин и Тамара Михайлова. Хожу все время на лыжах. И в этом году много раз ходила. Вот. Очень люблю этот вид спорта. И всех призываю, потому что в лесу здорово. Старт гонки в 12 часов. Юлия Лаптева, Эмиль Хуснутдинов. Новости Димитровграда.